Добрейшего вечера. И сегодня крайний на сегодняшний день ролик. Начну его с цитирования классика. Но сначала нужно встать в пафосную позу и указать. Инда в запреле озимы, растолдыкнуло солнышко, лучей побило светушку. Понюхал старик Ремуальдович свою портянку и аж заколдобился. Вот. А к чему, собственно говоря? Вот это вот задний двор нашего дома. Вот этот кондиционер, который запитывает всю систему. Вот. А вот это это начало посевных. Сегодня была жаркая погода. Вот. Все уже просохло. И я думаю, что мы сегодня с Эдиком, наверное, завтра возьмем лопаты и вот это все перекопаем. Исключительно по удали молодеческой. И посадим свой лучок, свою редисочку, свою петрушечку и, самое главное, свой укропчик. Потому что укропчик здесь только органика продается. Вот. Я тут посмотрел семена хорошие, я думаю, что в этом году у меня будет свой укропчик. Вот. Ну вот, собственно говоря, вот так вот. А это вот уже дрова у нас для шашлыка подготовленные. Вот, сейчас начнется сезон. Это хозяйский кот. Да, скажи, мяу-мяу, скажи. Ходим. У нас был еще один, скажи, кот, но он пропал куда-то зимою. Вот. Искали его долго, не нашли. Зрителям скажи из Москвы мяу-мяу. Мяу-мяу. Такой вот общительный компанейский котяра. Вот. Оставайтесь с нами и узнаете много чего интересного.